Ребят, всем огромнейший привет. Я собралась к косметологу, у меня выходной. Езжу к одному и тому же мастеру, она мастер по шугарингу, также и косметолог. И хотела вам показать кое-какие покупки. Приобрела вот такой вот костюм, он тепленький, так как мы собираемся в отпуск. Взяла вот такой вот костюмчик на... Ну, на холодные вечера, да, он с капюшоном идет. Стоил он 3000 такого вишневого цвета. Ну, он такой темный. Вот, вот так выглядит. Так, и сейчас покажу, что мы еще купили. Так, Леша взяли вот такие вот черные кроссовки. Вот. Так, я себе взяла вот такие, но они в пределах 1000 стоили. Также ему взяли спортивный костюм. Вот такие штаны. Они темно-темно-синие. Снизу на манжете. Потом к нему идет вот такая вот олимпийка. Тоже темно-синяя идет. И здесь только рукава. Один белый, один красный. Так, дальше взяла себе пару футболочек, вот такая вот кораллового цвета, здесь вот плечики вот такие вот открытые, потом вот такая все постиранная, у меня в шкафу лежит не поглаженная, вот такая вот, она, знаете, как пудровая, и еще у меня одна, но она у меня в стирке, вот тоже пару носочков тут взяла, тоже все постирано уже. Белые на работу. Также взяла вот такие вот следочки. Тоже нужны. Очень хорошо выручают. Так. В общем, носки, нижнее белье. Все такое взяла, освежиться. Вот. Сейчас буду собираться. Еще вот такие вот шорты Леша взяли. У меня шорты, в принципе, есть. Джинсовые. Не помню, я вам показывала или нет. А, по-моему, показывала. Вот такие вот джинсовые. С рисуночком здесь на резинке. И еще одни тоже вот типа как Лешины. Только они тоже, по-моему, вишневого цвета, да. Вот такие вот небольшие покупки к лету. Я собираюсь и выезжаю. И еще вам не показала. Взяла вот такие вот джинсы. Они тоже в пределах 1000 стоили. Снизу зауженные, тут посветлее маленько и протертости небольшие. Вот. Они здесь по бокам идут на резинке, что очень удобно. И также взяла себе вот такие вот очки. Не представляете, сколько они стоили? Они стоили 129 рублей. Прикольные такие. Вот. Я еще с Озона заказывала неделю назад чехлы, а также стекло защитное на телефон. У меня iPhone 10. У меня, в общем, стекло, которое было здесь наклеено, когда я еще его покупала, да, мне его наклеили, получается, оно у меня треснуло в сумке из-за ключей, то, что ключи поцарапали и пошла трещина. В общем, стекло у меня уже стоит на телефоне, все хорошо, мне Леша его наклеил. Вот был у меня вот такой вот чехол, брала я его за 500 рублей, когда брала и телефон. Мне понравился он, хороший, но он стоил 500 рублей. Здесь такой, знаете, как велюр, что ли, такая приятная ткань изнутри. И получается... Чтобы на телефоне кнопки не стирались. Очень даже хорошо по бокам вот это вот все. Он мне нравится. Но здесь вот яблочко начало уже стираться. И я еще себе заказала два. Заказала один прозрачный. Стоил он, по-моему, 72 рубля. Все подошел, хороший. Никакого постороннего запаха нет. Все подошло нормально. И также вот заказала в таком вот цвете, цвет такой хаки, он без яблочка, стоил в районе 100 рублей. Вот, такая же здесь бархатистая
отделка, также вот кнопочки. Вот хороший чехол, я сейчас хожу с ним. Он такой, знаете, скользковатый, но и вот этот у меня тоже был скользкий. Но, я не знаю, может быть, он чем-то здесь обработан, да. Со временем вот этот как бы стал нормальный. Но мне нравится. В дальнейшем тоже буду заказывать. Как-то заказывала, еще у меня Lenovo был. Заказывала на AliExpress. Один чехол у меня прошел. Тоже там в районе 100 рублей они были. И один потерялся. Вот. На этом буду я заканчивать свой небольшой влог. Кому понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду стараться снимать вам почаще. Всем пока-пока.